Аляска-Сибирь. Взаимодействие во имя победы. В честь 75-летия открытия перегоночной трассы выпущена новая книга-альбом. В ней собраны неизвестные и уникальные исторические факты о легендарной перегоночной трассе Алсип. Тему продолжит Туяра Филиппова. Иван Негендле посвятил изучению истории авиации более 30 лет. За это время он написал около 50 книг, 10 из которых посвящены перегоночной трассе «Аляска-Сибирь». Последняя совместная работа с красноярским историком Вячеславом Филипповым – уникальный фотодокумент. В книгу вошли архивные документы, схемы аэродромов, а также ранее нигде не опубликованные фотографии военных лет. В годы войны трасса была секретная. И за ней был закреплен один корреспондент, над которым был большой и повседневный контроль. А пленки потом изымали спецслужба, резали на кусочки по 3-4 кадра, упаковывали в конверты, сургучная печать и в сейф. И они хранились там до 1985 года в сейфах. После распада Советского Союза эти негативы были обнаружены в одном из московских архивов. Как признался писатель, если бы о них не узнали, уникальные кадры могли так и остаться неизвестными широкому кругу. Но всегда очень интересно, кто первый был. Поэтому нам удалось найти первых начальников аэропортов и Оймякона, и Алёкминска, и Якутска. А также нашли много фотографий летного состава. И что очень важно, нашли портреты погибших летчиков. То есть наш вклад в то, что никто не забыт и ничто не забыто. Все исторические факты, которые нашли авторы и переложили на бумагу, станут, к тому же, для молодых историков авиации хорошим подспорьем в углубленном изучении истории трассы мужества Аляска-Сибирь. Эта тема, она вроде бы как бы раскрыта вся, но в нем еще очень много непонятного, неизвестного и еще не открытого. Поэтому белых пятен в истории трассы довольно много. И это касается и вклада местного населения в строительство этой трассы. 75-летие открытия трассы Аляска-Сибирь отметят в начале ноября. К юбилейной дате Иван Негендле готовит еще одну новую книгу, первую в стране монографию по истории перегоночной трассы. Туяра Филиппова, Марьяна Кутукова, Семен Афанасьев, НВК Саха, Якутск.